Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101 FM. 13.07 в Кирове на 101 FM. Программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева. И напротив меня сегодня Андрей Вавилов, уполномоченный по правам предпринимателей в Кировской области. Андрей Николаевич, добрый день. Добрый день. Очень рада видеть вас в эфире. Тем более, что сегодня есть у нас о чем поговорить. Это ваш доклад об итогах деятельности уполномоченного по правам предпринимателей за 2016 год. Я думаю, что мы как раз подробнее с него и начнем. По статистике, за 2016 год к вам поступило 137 обращений от предпринимателей. Вот я вас хочу попросить оценить, много это или мало? Я уже стал забывать, что было в 2016 году, потому что в 2017 уже было миллион событий. Но давайте к 2016 году вернемся. Это, по крайней мере, это больше, чем в предыдущий год, 2015. Но даже дело не в статистике, не в увеличении. Дело в том, что у нас выявились явные лидеры. Это, естественно, город Киров и Вятские поляны. Да, и, в общем-то, по статистике получается, что около 70-60%, 65%, наверное, я бы сказал, на прикидку процентов, и город Киров. Вятские поляны занял, в общем-то, практически 9% Вот, да, я хотела как раз спросить, а почему, в чем этот феномен? В среднем от каждого района 1-2-3 максимум обращения. Почему из Вятских полян 12? Ну, во-первых, там активизировались предприниматели наконец-то, потому что до этого они... Предпринимательство в Вятских Полянах возрождалось очень медленно, потому что был завод-гигант, так скажем, с точки зрения Вятских Полян, и предпринимательство рождалось чуть позже. И, видимо, вопросы накопились, те процессы, которые отработки работы там, с контрольно-надзорными органами, с властями районов, которые районы раньше прошли, и все это было утрясено, оно вот сейчас, в последнее время, в общем-то, вот в 2016 году, видимо, и в этом году тоже продолжается, пока вылилось. То есть вы это связываете с тем, что предпринимательство в Вятских Полянах возрождается? Оно возрождается там, и есть у меня субъективные, объективные, там есть ваши коллеги, которые занимается радиоэфиром. И, в общем-то, если 15-14 год у них было и ныне, то вот в этом году, по крайней мере, они сказали, ну нет, ну все, мы ожили. Мы реально ожили. А вот все-таки, если оценивать количество обращений, к примеру, в 2014 году, когда Институт уполномоченного по правам предпринимателей у нас вот только появился, было 78 обращений, в 2016 году 137. Вроде кажется, увеличение не такое и большое, но я так понимаю, что вам, наверное, на год хватило. Ну, я как бы 14-й год не совсем могу сравнивать, потому что я работал в декабре месяце, только 14-го года назначен, буквально 23 декабря, фактически 29-го только приступил к работе, пока все там документы прошли. Поэтому вот за 15-16 год я могу говорить, что, конечно, обращений... На самом деле, хоть и цифры немногие, но они бывают, вот, допустим, по пенсионным взносам там, коснулось там, предпринимателей всей страны. И те, еще в чем дело? Сейчас же у нас есть контрольно-надзорные каникулы по непроверкам. Поэтому вопросы в основном... по неплановым проверкам. Они не такие системные. То есть они касаются какого-то конкретного предпринимателя. Либо они проводятся по постановлению правительства, либо, значит, по каким-то другим причинам. Ну, естественно, там прокуратура как-то это контролирует. Много вопросов было в прошлых... Ну, немного вопросов. Есть вопросы системного характера, такие как по Россельхознадзору. Это там все эти вот связаны с карантинными вещами. Поэтому... Работы хватает.
Ну, а также позапрошлым году у нас была, помните, такая эйфория, значит, такая игра. Игра, а кто быстрее закроет рестораны по продаже алкоголя? Там, Заксобрание Кировского, депутаты Заксобрания Кировской области, либо, значит, федеральные власти, либо, значит, еще кто-то. Поэтому там достаточно было решить вот это 150 рестораторов, то есть можно было отчитаться, плюс 150. Ну, мы так не делаем, естественно. То есть у нас одно обращение, мы работали с законодательным собранием, слава богу, у нас депутаты поддержали, я им был благодарен. Вот поэтому работа такая, она каждое обращение это как какой-то проект. То есть надо понять причину, надо понять вообще в правовом поле, не в правовом поле, есть какие-то правовые методы защиты, нет правовых методов. Потом понять вообще, откуда взялся конфликт. Потому что чаще бизнес заказывает бизнес, один бизнес, который приближен к одним контрольно-надзорным органам или властям района там, в районе, либо, ну, либо еще по каким-то причинам процентов, ну, достаточно большое количество, когда выясняешь, что да, есть ангажированные люди, которые подливают масло в огонь, к сожалению. И вот институт бы медиации как бы запустить поглубже, чтобы он работал, но с точки зрения федерального законодательства у нас медиация пока вот она в таком зачаточном состоянии. Хотя удается каких-то предпринимателей примирить, и они друг друга больше там жалобы друг на друга не пишут. Я вот почему-то думала, что предприниматели пишут жалобы на госорганы, либо на контрольно-надзорные органы, но никак не на друг на друга. Это какое-то массовое явление или это скорее исключение из правил? В районах это такое достаточно массовое явление, когда предприниматели, так как рынок очень небольшой в районах области, и они друг друга, значит, там постоянно, а еще же у нас же глава района, это же все-таки тоже чей-то родственник может быть, он может быть ничьим родственником, ну, не все же сироты, извините. Поэтому кто-то приближен, и поэтому то, что вот сейчас делается на региональном уровне и на федеральном уровне, это как раз вот муниципальные, как сказать, ограничения, вот все, которые связаны с муниципальными проверками, ну, их надо, конечно, системно в районах это надо отрабатывать. А вот есть у вас ощущение, что предприниматели поверили в институт уполномоченного? Если вы помните, с таким скепсисом относились? Я думаю, что кому мы помогли, конечно, поверили. Но кому мы еще не помогали, наверное, они... Дело в том, что бизнес, пока у него нет проблем, он не идет никуда. Ну и вообще организация не сильно идет. Вы бы нам не мешали, так мы бы и вас бы видеть не хотели бы. Поэтому вот каких-то там хэппи-эндов, естественно, нет. Я с абсолютной трезвостью, там, никаких лавров, еще до лавров далеко. Вообще я всегда говорю, что уполномоченный будет не нужен, когда все проверяющие, все власти будут работать. У нас достаточно законов, у нас достаточно полномочий властных структур и муниципалитетов, чтобы создать условия, чтобы предприниматель из маленького становился средним, из среднего крупным, потом его кто-то инвестором обзовет. Хотя каждый предприниматель, самый маленький, это инвестор, я так считаю, что он на свой страх и риск инвестирует, отторгает от своей семьи, от, или от, ну, там, если молодой человек, все равно от, значит, от любимой девушки. Без денег ничего не получается. На одной интуиции, на одних каких-то рыночных знаниях рыночной экономики все равно не получится. То есть Карл Маркса никто не отменял. Ну, собственно, даже на хорошие дела нужны деньги. Да, поэтому предприниматели – это всегда инвесторы для меня. Андрей Николаевич, давайте сейчас буквально на минуточку прервемся. Я напомню, что это особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по правам предпринимателей. На перерыв небольшой уходим, мы очень скоро вернемся. Особое мнение на 101 FM. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по правам предпринимателей Кировской области. И сейчас очень хочется поговорить по статистике, по количеству обращений. Вот обсуждаем мы сегодня доклад уполномоченного по правам предпринимателей за 2016 год. Итак, на что жалуются? На действия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти,
39%, на действия региональных органов исполнительной власти 7%, на действия органов местного самоуправления 24%, на иные организации, кредитные, ресурсоснабжающие, на контрагентов 26%, и на действия органов прокуратуры меньше всего жалоб, это 4%. Вот давайте пройдемся по самым массовым жалобам действия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти. Это вот на что жалуются конкретно? Ну вот, практически никогда не жаловались на МЧС. Единичные случаи, и то не жалобы, а какие-то старые проблемы, которые вот вытаскивались. И мы их пытались в новом свете взаимодействия как-то, в общем-то. Вот. С Роспотребнадзором практически одна или две было жалобы, но мы их быстро разрешили. Поэтому в основном жалуются часто на действия судебных приставов, например. То есть это вроде бы не контрольно-надзорный орган, но действия их попадают под нашу тоже юрисдикцию. То есть жалуются несоизмеримость там выставленных, ну, описывают имущество, еще что-то, да, там, вот есть случай, там, 46 рублей 41 копейка, значит, требование, которое уже даже потом выяснилось, что оно было просрочено, но регистрационные органы направлены запрет на движение, на действия с недвижимостью. То есть это вот, ну, вот, то есть, понятно, что судебные приставы действуют в рамках своего законодательства. Они его не нарушают. Но предпринимателям это мешает работать. Либо надо федеральное законодательство как-то менять, либо все-таки рискоориентированные подходы, по которым мы сейчас давно говорим и начинаем вроде бы как-то правовую базу все-таки подводить, они могут, возможно, как-то работать в судебных приставах, но когда касается денег, все-таки это не функции полномоченного заставить одного там, или орган, или государство заплатить предпринимателю, а все-таки судебные приставы исполняют решения каких-то судов, естественно, либо, значит, там, ну, каких-то других органов, которые имеют право штрафы или там какие-то платежи накладывать. Поэтому вот так массово в основном вот, ну, вот в основном на приставы, если массово жаловались. Ну, хотя тут тоже, говорю, вопрос-то такой. Ну, каждый раз судебные приставы находили время, разбирались, и если возможность была там предпринимателю решить этот вопрос, конечно, решали. То есть у нас, слава богу, мы находимся в квартале, и мы постоянно взаимодействуем. А вот действия органов местного самоуправления, муниципальных образований, 34 жалобы или 24%? Ну вот я бы сказал, что как раз треть-то оттуда из Вятских Полян, все-таки на действия муниципалитета Вятско-Полянского района. В основном, я бы так сказал, что между бизнес-обществом и властями в районах все-таки оставляет желать лучшего все-таки отношения. Не всегда власти слышат и не всегда быстро реагируют. И вообще откровение одного работника администрации, уж не скажу какого района, сказал, что мы всегда землю даем так, чтобы в любой момент можно было отобрать. И вот, то есть, ну вот, то есть нет там взаимодействия такого, что предприниматель мой друг. Нет, предприниматель это всегда мой корм, это которого, ну, которого можно всегда подергать, когда каким чем-то, то есть, разрешение на строительство за редким случаем, ну, в общем-то, выдают, конечно, но часто предприниматели мучаются там, с формированием земельных участков. Все для кого-то, будто бы все приготовлено, не для тебя. Когда предприниматель приходит, ну, ты тут не стоял в очереди. Поэтому вот есть такие обращения. Выкуп 159-му закону, 335-му нашему, или как он, нашему по упрощенной схеме налогообложения тоже оставляет желать лучшего, потому что помещения в районах сформированы так, что их выделить и приватизировать, ну, за редким исключением есть возможность. Там обычно все делено, переделено, у кого-то лестница, у кого-то вход, у кого-то санузел, у кого-то еще что-то. И
как бы вот вопросы такие тоже бывают. И часто бывают вот, по выкупу по приватизации малого имущества. А вот в органах власти, будь то федеральные органы власти, либо местные, либо органы власти в районах, вас воспринимают, слышат? Конечно, слышат. Конечно, слышат. Но вот в муниципалитетах может посложнее, потому что все-таки это отдельный орган. А меня многие спрашивают, а ты у губернатора был? Я говорю, а зачем к нему идти, если я взаимодействую или исполняющий обязанности министров, либо с начальниками, значит, так еще уже не заместителями губернатора, а именно с министрами. То есть этого достаточно, то есть со всеми диалог, и вот есть обращение по автотранспорту, это всегда диалог, есть, значит, сейчас у нас новый Михаил Николаевич Поршнев, у нас есть диалог по лесным вопросам, с Владимиром Евгеньевичем и с Максимом Николаевичем. То есть у нас совершенное взаимодействие происходит. Поэтому реакция нормальная. С Министерством имущества, связанное там с землей, которая была когда-то государственной на балансе области, взаимодействием. Там бывают такие вопросы. Считаю, что правительство, в общем-то, все, кто находится в правительстве, реагируют нормально и всегда взаимодействуют. А вот скажите, пожалуйста, по итогам вашего доклада, у вас там еще много интересного, были даны какие-то поручения, да, что-то улучшить, исправить? Да, у меня было несколько предложений, это как раз, значит, по моим обращениям, чиновнику проще судиться, чем находить какое-то взаимовыгодное решение. Понимаешь, что часть, ну, практически договариваться, наверное, договариваться нельзя. Есть законы, которые надо всем исполнять. Договариваться это так, ну, это упрощенно. Такая, упрощенно, да. И поэтому, как бы, не как бы, а я обратился в адрес губернатора, он дал поручение соответствующим министерствам все-таки составить реестр вот таких судебных дел. Мы по ним сейчас, вот как раз сейчас уже все ответы практически пришли, мы по ним будем отрабатывать, потому что мы считаем, что бизнесу некогда судиться. Я всегда говорю, что если вы начинаете судиться бизнесом, будете судиться с уполномоченным по защите прав предпринимателя или с его аппаратом, потому что предприниматель вправе обратиться, и мы будем представлять его интересы в суде, и мы с вами будем судиться. Вот. И с судами периодически выходим, и есть обращения, и, слава богу, накапливается практика такая, что я не скажу, что как-то в пользу уполномоченного, это неправильно, в пользу закона, давайте так. И мы выступаем, нам дают выступать, нас слышат. Вот хотела еще попросить вас прокомментировать цифры. В вашем же докладе они есть. Количество вновь зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности и ликвидированных. Вот в 2014 году у нас зарегистрировались, а я вам сейчас расскажу, не ищите. В 2014 году 9273, в 2016 году 8256. В 2014 ликвидировано 7638, в 2016 году 11655. Может быть, разница не очень велика, но тенденция понятна. Регистрируется меньше, ликвидируется больше. Вот эту тенденцию оцените, прокомментируйте. Ну, я бы сказал, что вот как раз пенсионный фонд и то судебное решение, которое нам удалось дойти до Конституционного суда и отстоять как раз проблемы предпринимателей всей страны, пенсионный фонд по итогам в основном-то стал присылать вот эти письма счастья. То есть я сейчас... Это 1%, который мы считали, когда принимали закон в 2012-2013 году о том, что 1% с оборота мы будем... 1% платить с дохода свыше 300 тысяч, а доход в понятии предпринимателя и с точки зрения налогового кодекса для предпринимателя пенсионных пониманий, они все-таки приняли не с дохода, а с оборота. Угу.
И вот предприниматель, заплатив пенсионные взносы с дохода, как он считал, ему еще приходило, значит, максимум 132 тысячи за то, что, значит, у него, если он еще оборот какой-то был. То есть, если бы магазин продал товары на 15 миллионов, а купил его за 13 миллионов, ну, 2 миллиона наценки, там, да, наценки, там внутри затраты какие-то, и фактически ты заработал, может быть, вообще там полмиллиона, там, может и меньше. То есть, понимаете, заплатил с полученного дохода. А пенсионный фонд, так как оборот больше 300 тысяч, с оставшихся, значит, миллионов, но не больше 8-кратного взноса, это 132 тысячи, выставлял письма счастья, так называемые. И только в Кировской области за 14 и за 15 год было выставлено порядка 19-20 миллионов 750 примерно, там, примерно предпринимателям вот, за каждый этот период. И вот как раз предприниматели, там, мне кажется, больше снялись с регистрации, когда вот получили эти письма счастья. Поэтому, потому что, ну вот, и у меня как бы обращений вот за 15 год, почему-то, когда я приступил в 14 году работать, за 15 такого яркого не было обращения. А вот в апреле 16 года они появились. И почему вот статистика, так, может быть, она и такая есть, я ее не могу придумывать. Ну, это вот, если вы меня спрашиваете, почему я так думаю. Вот я думаю, что вот эти письма счастья как раз и подкосили предпринимателей сняться с регистрации и, в общем-то, не платить пенсионные взносы, которые они считали, что несправедливо их. Они просто стали ООО, ну, в общем, с ограниченной ответственностью или в какие-то другие формы ушли. Поэтому для меня вот пока, я не, конечно, и рыночные экономические ситуации сложились гораздо труднее там, в связи с, вот, с украинскими событиями, с санкциями Запада. Я очень знаю очень много предпринимателей, которых это коснулось в Кировской области, которые работали на экспорт, делали экспортную продукцию. Они не смогли больше работать. Ну и эта цепочка же как бы, и даже эти же там, фрукты, овощи кто-то возил с Польши, допустим, это тоже был бизнес, он прекратил свое существование. Там. И тут много факторов, которые повлияли на это, но я считаю, что и пенсионный взнос, и вот внешний рынок, и внутренние какие-то вот повлияли на то, что предпринимателей количество сократилось за эти годы. Вот я хочу подробнее с вами поговорить о тех взносах в пенсионный фонд, которые вам удалось вернуть, но сейчас мы прервемся еще на короткую рекламу. Это особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по правам предпринимателей в Кировской области. Очень скоро вернемся. Особое мнение на 101 FM. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по правам предпринимателей в Кировской области. Андрей Николаевич, расскажите подробнее про эти самые пенсионные взносы, которые вам удалось вернуть предпринимателям всей страны. Вы уже вначале объяснили про 1% с дохода, 1% с оборота. А вы выходили с этим в суды, правильно? Да, конечно. Ну, когда это все происходило? Сначала все было без нас. Предприниматель Юрьянского района занимался бизнесом. И он был военным пенсионером. И пенсионный фонд ему выставил вот такие взносы. Как, вот как я рассказывал, 100 с лишним тысяч. 132, а наценки, да? У него было, оборот был 15 миллионов, а наценки фактически, не наценки, а прибыли 40 тысяч он показал. Не знаю, насколько там. Там продажа векселей была. Выставили пенсионных взносов на 130 тысяч там примерно. И он обратился в суд Юрьянского района. И судья Юрьянского района удовлетворил требования. А пенсионный фонд не захотел. Он подал в областной суд, а областной суд встал на сторону пенсионного фонда, потому что, если с точки зрения читать, вот как, ну, видимо, все-таки можно по-разному читать одни и те же законы. И он смирился с этим. У него, как с военного пенсионера, списали с карточки деньги. Прошел год. И в следующем году, вот за 15-й год, я говорю, в начале 16-го года, как раз у меня начались десятки уже обращений. Я стал выяснять с пенсионным фондом, с налоговой, еще же налоговые передавали, вот учет, все говорилось как бы. Там мне говорят, а что ты хочешь? Есть решение суда областного, мы его выполняем. Я так, окей.
стал изучать. Выяснилось, что в моем любимом Юрианском районе есть такой предприниматель, который, в общем-то, прошел всю эту школу. И только от него зависит, если он дальше пойдет бороться как бы с этим. Мы его нашли. Он долго сопротивлялся. Все-таки он говорит, ну, ладно, если... Ну, что у него был какой-то адвокат тогда, ему помогал вот в те годы, когда он сам судился без нас. Он все-таки согласился, что если мы там напишем кассацию, то он подпишется. То есть вот это самое... На самом деле это было самое главное. Остальное, спасибо Агаеву Азизу Алиевичу, он взял эту тему, он написал кассацию в областной наш суд. Областной суд, оценив его доказательную базу, которую он принес, ну, в общем-то, в суде же это состязание же, как бы решили, что все-таки вопрос не замыливать, отправили в Конституционный суд. И Конституционный суд, получалось, что ему надо было, заработав 40 тысяч, заплатить 140. Ну, там, или 130, неважно. То есть получалось, что он из другой какой-то жизни своей должен был принести в коммерческую деятельность какие-то деньги. То есть он должен был лишиться имущества, не связанного с ведением предпринимательской деятельности. То есть вопрос был вот совершенно прозрачный и наглядный. И, то есть вот и любой другой случай, если бы там предприниматель хотя бы заработал 150 тысяч, он бы не прошел. Но вот прикладной вопрос и Конституционный суд где-то в мае, по-моему, месяце это было отправлено. Конституционный суд 28 ноября 2015 года принял решение о том, что решение как бы отменить. Отменил. Да, и уже областной суд 18 января 2016 года собрался там своим, не знаю, совет, как называется, совет, как в суде называется. Ну, в общем, все судьи собрались, как на кассацию, и отменили решение, предыдущее решение областного суда, и решение великой женщины, судьи Ильянского района, вступило в законную силу. Потом низкий поклон, то есть она вот прочувствовала предпринимателей, вот это настоящий судья в нашей области. Так, поэтому... хорошо, а потом всем предпринимателям, которые писали аналогичные жалобы, вернули деньги излишне уплаченные? Не всем, они должны были прийти в пенсионный фонд должен подтвердить о том, что да, были излишне выставлены требования, все это, так как сейчас налоговая регулирует все эти отношения с предпринимателем, все же учетные регистры переданы, пересылаются в налоговую, и уже вот на сегодняшний день около миллиона взносов возвращено, ну, скольки-то там предпринимателям. Десятки. Это только по Кировской области? Это в нашей Кировской области, да. А в масштабах страны, я так понимаю, что этот же прецедент может быть использован для предпринимателей, конечно, всей страны? Да, конечно. У нас есть обмен лучшими практиками среди уполномоченных. Конечно, мы все это в докладах. Во-первых, они все знали, они же все мониторят, то есть все меня даже поздравляли. Ну, я думаю, что надо поздравлять как раз Азиза Алиевича Агаева. А с этим решением вообще никто не верил. На самом деле уполномоченные, когда я взял вот на себя это и сказал, что я буду этим заниматься, мне сказали, ну занимайся, только мы не верим, что ты можешь победить вот этот вопрос. Но, видимо, побеждать не получилось. Мы не побеждали, мы просто вот мы считали, что это несправедливо, и поэтому мы вот это делали. Ну, как вы сами сказали, случай тоже был очень показательный, да? Случай был, да, показательный случай. Нам повезло, что именно вот на этом случае, и нам пришлось, так сказать, вот добиваться правды. И уже позже в налоговый кодекс внесены изменения, которые, правда, тоже наполовину. То есть предприниматели, которые находятся на обычной схеме налогообложения, у них доходы минус расходы. А УСНО так еще не доделали, поэтому, видимо, придется вернуться к этой части, еще раз продолжить работу, тем более по мандаторному пути. Андрей Николаевич, давайте еще по налогу на имущество организаций поговорим.
поступает, ну, такая достаточно противоречивая информация по пересмотру размера налоговой ставки по налогу на имущество организаций по объектам недвижимого имущества. Это торговые центры. Да? То самое, о чем очень много говорилось буквально пару лет назад. Вроде как сейчас все говорят, что этого повышения не будет. Но в это же самое время есть некий документ, план мероприятий по увеличению доходов в программе по оздоровлению государственных финансов Кировской области. И вот в этом документе заложен рост ставки по налогу на имущество в 2017 году с 1% до 1,5% и в 2018 году с 1,5% до 2%. Вот на понимание, что происходит, вырастет эта ставка или нет? Я знаю, что вы над этим вопросом также работали и работаете. Ну, 2 года назад мы с торгово-промышленной палатой и со всеми вообще бизнес-объединениями над этим вопросом очень, так сказать, серьезно работали. И тогда же договорились, что мы сделаем самую простую схему исчисления. Это 1%. И все-таки, чтобы сохранить малый бизнес, вот придумали градацию от 2000 квадратных метров зданий. Все, что до 2000, мы считаем, что это малый бизнес. На какие-то повышающие коэффициенты мы тогда не договаривались. Было несколько проектов, несколько вариантов. У каждой общественной организации даже были разные. Потом мы пришли к единому консолидированному мнению. И тогда нас законодательное собрание Кировской области поддержало и сделало вот такой простой закон. 1% 2000 квадратных метров. Надо ли это будоражить? Наверное, пока преждевременно, потому что рынок еще не восстановился. И восстановится он в каком-то будущем времени или нет. Даже если будоражить, нужно провести очень серьезную аналитическую работу. Мы об ней договаривались. Третье, давайте посмотрим на эти же торговые центры, которые в части зайдешь, третий, четвертый этаж пустой, а на доброй половине, значит, висит аренда. Поэтому я думаю, что это не от хорошей жизни. И арендаторы сегодня не получают те какие-то баснословные прибыли, которых можно мечтать, которые можно изымать государством. Поэтому в любом случае, если будет чья-то инициатива, она должна пройти оценку регулирующего воздействия, а это как раз общественные организации, в которых состоит бизнес, напишут свои заключения, проведут какие-то мероприятия по обсуждению данного вопроса. В состоянии ли мы сегодня повышать этот налог? Я считаю, что если, как мы все говорим, что дорога должна быть двусторонним движением, то она и должна быть двусторонним движением, а не то, что там вот кто-то решил, а кто-то подчинился. Давайте все-таки вести диалог между бизнесом и властью и находить как бы вот какие-то, может быть, другие неналоговые методы, так сказать, взаимодействия. То есть у вас пока официальная информация о том, что ставка по налогу на имущество вырастет, нет? У меня такой информации нет. В планах у нас могут все, кто угодно. Я думаю, что это такая домашняя заготовка, которая была, если она опубликована, это не значит, что ее надо, так сказать, брать за чистую монету. Мы до сих пор не провели еще, не обсудили вообще итоги этого введенного налога. Потому что некоторые губернии до сих пор еще не ввели. Там с 2018 года, по-моему, обязаловка это. И то обязаловка такая, что якобы если вы не введете, то мы вам что-то из центра давать не будем. Насколько, так сказать, это вот... Где это на бумаге написано, да? То есть я думаю, что это какие-то устные разговоры, ссылки на то, что если регионы эти налоги не введут... Вообще мораторий на налоги у нас есть. У нас, по крайней мере, Владимир Владимирович Путин, президент, Дмитрий Анатольевич Медведев, правительство транслирует, что не повышаем, ничего не повышаем. Но косвенно мы там... то на кассы надо потратиться, то, значит, там еще на что-то, то на... Не будем ничего придумывать, как бы не буду сейчас за уши притягивать. То есть у нас постоянно возникают какие-то косвенные затраты, которые бизнес продолжает постоянно нести. Поэтому лучше бы не будить лихо, пока тихо.
Вот последний у меня вопрос про муниципальные предприятия. Свежая статистика. За 2016 год из 15 муниципальных предприятий получили прибыль 12, 3 в убытке. Это магазин «Детский мир», это гостиница «Губернская», это МУП «Вяткомторг». А вот мне интересно ваше мнение. Вообще нужно ли администрации заниматься бизнесом? Или, может быть, продать всю муниципальную собственность, сдать ее в долгосрочную аренду? Пусть бизнес занимается бизнесом. Я думаю, что любые МУПы — это издержки социалистических времен, но есть функции муниципалитета, которые никогда не будет делать бизнес. Потому что это убыточно. Даже взять же тех автоперевозчиков, есть автобусные маршруты, которые прибыльные, есть которые убыточные. Но там живут люди, и это надо делать. Поэтому, если меня государство спросит, где бы нам оставить МУП, я бы сказал, там, где невыгодно работать бизнесу. И везде, где есть рыночная конкурентная среда, пусть там бизнес вкладывается, развивается. Но единственное, это не на один день. Сегодня разрешили, завтра запретили. Давайте хотя бы там, ну, китайцы столетиями мыслят, но давайте хотя бы там десятилетиями мыслить, потому что есть у нас программа развития города Кирова там к 700-летию или 650-летию у нас? 650 будет? 650? 650-летие. Давайте до 650-летия не будем менять правила игры. Если вот МУП неэффективный, давайте реализовывать. Если есть там какое-то имущество, выставлять на торги. Придет предприниматель, который будет более... Государство неэффективно занимается бизнесом, если вы меня спрашиваете. Государству надо заниматься госуслугами, надо больницы, школы, там, детские сады, дороги, дворы, ну, даже дворы под вопросом, да, там и население как бы что-то может своими руками, по крайней мере, делать, а не то, что государство сделало, а потом приходит невоспитанный ребенок и все сломал. Поэтому государство надо ставить 4 функции, ну, еще там охрана, да, там... Остальное все отдать бизнесу. Я сейчас коротко процитирую начальника департамента муниципальной собственности Наталью Медведеву, которая комментировала как раз возможную приватизацию центрального рынка и детского мира. Вот полученные средства собираются направить на строительство и реконструкцию социально значимых объектов. Я сейчас процитирую. Например, городу необходимо еще порядка 10 детских садов. Планируется строительство в школ в рамках федеральной программы, для чего муниципалитет должен обеспечить софинансирование. Ну и, собственно, вот деньги от приватизации предлагается направить на эти самые социально важные объекты. Я так понимаю, что это мнение вы поддерживаете. Есть общественный контроль. Я думаю, что можно через общественный контроль как-то это поддержать. Но деньги не пахнут. Я бы вот так, что там деньги от центрального рынка пойдут на какую-то школу, ну, давайте лукавить не будем. Они, конечно, там есть у них разные статьи доходов, которые куда-то можно направлять, нельзя направлять, но если они так об этом говорят, ну, тогда, если кто-то не верит в этом, поставьте на общественный контроль. Для этого есть палата, для этого есть другие какие-то общественные структуры, которые могут проконтролировать. Все-таки, если муниципалитет берет на себя такие обязательства, пусть и выполняет. Тут ничего сложного в этом нет. Тем более, если только с финансированием, потому что, по моим понятиям, детский садик стоит около 200 миллионов. Поэтому, если уж тупо считать деньги, то это на 2,5 садика. А если с софинансированием, тогда там 5 или 10, или сколько там процентов будет софинансирование, тогда, наверное, эти задачи можно чуть решить. Чуть побольше. Ну, если будет 10% софинансирования, тогда это нормальная цифра уже получается. Ну что же, Андрей Николаевич, на этом мы и заканчиваем, у нас, потому что вышло время. Это было особое мнение Андрея Вавилова, уполномоченного по правам предпринимателей Кировской области. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. До свидания. Да, всего доброго и до свидания. Особое мнение на 101 FM.